Привет, мои хорошие, с вами Селена и огромный пакет новинок от Фикс Прайса, только почему-то в другом пакете. Да, на самом деле я перебирала, и это пакет не из Фикс Прайса, но он вот огромный. Я перебирала покупки, какие вам показать, а какие, может, уже и не стоит показывать, потому что я их 300 тысяч раз показывала и собрала, в общем, только одни новинки, которые скорее хочу вам показать. Поехали! Так, это мы оставим на потом, интересненькое кое-что. Так, это я тоже в конце покажу. Ну, Силя, хватит интриговать! Ладно, давайте начнем вот с чего. Раз, два, три! У-ху! Знаете, почему я решила сейчас это достать? Потому что я взяла это для фона, заодно вам показать. Сейчас мы это все красиво разложим. По 199 рублей в фикс-прайсе продаются вот такие игрушки. Вот она, сова, например. Но мне понравилось просто, знаете что? Мне понравилось цвета, очень красивые цвета. То есть вот эта сова, смотрите, да? Голубой плавно переходит в фиолетовый, нежно-розовый, сиреневый, желтенький клювик. Ну, просто вообще, мимита, мимита. Садись. Будешь тут сидеть. Дальше, единорожка. Естественно, как я могла его не взять? Он такой весь нежный, розовенький. У него такая белая гривушка. Такие вот серебряные лапки. Ну? Будешь тут сидеть. Да, для фона вообще замечательно. Только мало их, по-моему. И еще я видела вот такого мишку, вам показывала его уже. Показывала его на своем втором канале, когда бежала в Фикс Прайс и показывала новинки с полочек. Вот такого мишку. Но взяла, кстати, не в тот раз, а в следующий раз. Да? И нет. Или пусть они все здесь сидят. Здесь у нас... Чё она одинокая сидит тут? Вот. Сова. Так как я сова, я люблю поспать. Но, во всяком случае, это было раньше. До того, как Денечка у меня появился. Так. Нормально? Звери. Расселись? Звери расселись. Все, пусть сидят. В общем, вот такие мимимишки по 199 рублей, мне кажется, отличное, и качество отличное сделанное, то есть, ну, набито так хорошо, в плане сама вот эта вот шерсть, мех. Мне понравилось, и цвета реально классные, там еще был коричневенький, серенький кто-то был, не помню уже. И, кстати, к слову о плюшевых игрушках, это будет, значит, собери всю коллекцию, все необходимое внутри, набор для рукоделия, 99 рублей стоит. Я помню, что ходила как раз-таки в магазин «Бегу в Фикс Прайс», который снимала на второй канал, и там были две девочки, которые за мной ходили. Они ходили, что-то смотрели, я думаю, ладно, привлеку их к своему видео. И говорю, девочки, скажите, вот здесь ручная работа, типа, подскажите мне, кого взять. Там был Мишка, вот такой вот, здесь целый выбор, да. Мишка был, собачка была, котенок, это кого я увидела. Они говорят, котенка. В общем, я взяла котенка и буду это все распаковывать и делать эту игрушку. Какая она будет в натуре, вы увидите на моем втором канале, ссылка будет под видео. Еще я увидела вот такую классную книгу «Мифоеды». Удивительно, что я ее прочитала сначала не так, не «Мифоеды», а «Миф о еде», я думала, да, потом думаю, на «ы» заканчивается. «Миф о еды». «Миф о еды», я вот так прочитала, представляете, вообще. И мама, когда увидела, говорю, мам, смотри, какую книжку я купила, «Миф о еды», она, «Мифоеды», что ли? Я говорю, блин, вот так она читается. Короче, книжка сначала, она такая, думаю, ля, прикольненькая, да, начала читать. Она реально прикольная, но она там была одна в том магазине, в котором я была, если вы увидите, то возьмите, она очень классная. Здесь разные мифы о еде, например, что там от хлеба поправляются, да, там какой хлеб лучше, полезнее есть, и в общем разные реально полезные советы,
здесь можно найти. Я вообще ее взяла для того, что как раз буду читать и делать иногда вот в своем инстаграме какие-то тематические посты, ну, вкратце, потому что здесь как бы много написано, да, там, а я, допустим, вкратце вынесу что-то самое интересное и поделюсь с вами в посте в инстаграме. Поэтому вот здесь мой инстаграм, обязательно подписывайтесь на инстаграм, буду делать интересные выдержки из этой книги. Но если вы ее увидите, берите, стоит она, блин, сколько она стоит. Сейчас смотрю на чек и думаю, не могу найти книжку. Это же тот момент, когда я покупала набор для творчества. Но смотрю, здесь какая-то эффективность воспитания. Короче, мне пробили эффективность воспитания, сделали скидку, короче, 199 рублей стоит. Получается, эта книга стоит 199 рублей. А вдруг она стоит меньше? А вдруг меня обманули? Короче, мне другую книгу пробили. Вот так. Но предварительная цена, ну, 199 рублей. Так, еще сразу к бумажным изделиям. Я нашла вот такие классные декоративные наклейки. Стоят они 50 рублей, я так понимаю. И их можно клеить везде. То есть на кружки можно клеить. Можно клеить на ноутбук, на телефоны, на блокноты. Вот, все варианты здесь есть. Очень классная наклеечка. Они такие светящиеся, знаете, полупрозрачные. Мне понравилось. Всего 50 рублей. Так, следующая покупочка, это вот такая вот соусница. То есть можно сюда любой соус ложить, но я почему-то подумала сразу о суши, которые я планирую скоро делать. Обязательно, обязательно увидите. И сюда буду соус наливать. Какой соус? Соевый, точно. И стоит она 27 рублей, со скидкой она мне получилась 24,50, вот. И, честно говоря, я в других магазинах не видела, надо будет, наверное, вернуться туда же, чтобы взять, хотя бы, чтобы их две было, как минимум, если ко мне гости придут. Мы же не будем с одной макать все это дело. И еще я взяла вот такие пакетики, это тоже вы видели в Бегу Фикс Прайс с полочки. Вот такие вот пакетики, здесь маленькие и большие, сколько, кстати, всего штук, не написано? Не написано. Пакетик оснащен у нас ниточками, то есть, ну, то есть вы понимаете, да, обычный пакетик, побольше и поменьше. То есть на большую компанию можно сделать большой пакет, засыпаем туда чай или делаем смесь чаев, или маленький чай, или делаем смесь чаев. И, пожалуйста, себе пьем, наслаждаемся. И тоже оно стоило там чуть-чуть, набор пакетиков, тоже 27 рублей, наверное, стоил, да? Потому что у меня 24,55 написано. Ну, думаю, что еще какие-то пакеты для приготовления. Что за пакеты? Пакеты. Пакетиков. Это пакетики, это не пакеты. Короче, где-то так. Где-то так, примерно недорого. В общем, взяла, буду делать чай. Возможно, я их протестирую тоже на своем втором канале. Прям соберу какой-то чай, засыплю, все это сделаю вместе с вами. Потому что у меня на втором канале коротенькие такие видосики, и я тестирую конкретно определенную какую-то вещь. То есть, либо это маска, либо это крем какой-то для волос, для ног, для всего что угодно. В общем, конкретно каждый продукт тестирую в отдельном коротеньком видео. Еще в разных магазинах я нашла, стоят, кстати, по 50 рублей вот такие вешалки. Это в одном магазине купила, это в другом. 55 рублей вообще красота. Вот эту вешалку я купила, их две, последние забрала, но на самом деле в другой магазин, когда пошла, их было там много. Реально классная вешалка, потому что всегда, когда я там готовлюсь к видео, вывешиваю все свои одежды, начинаю их гладить, мне некуда повесить, и у меня не все вешалки, например, поворачиваются, знаете, как можно повернуть и повесить на дверцу. Не все так делаются вешалки, поэтому мне неудобно, я все время на холодильник все вешаю, я еще там низкая такая, сколько слов нужно знать, умных. Короче, там есть у меня такой барьерчик, за который я вешаю все, но он находится низко. И бывает, если вещь какая-то длинная или длинное платье, то оно у меня катается по полу и пачкается. Если полы грязные,
но обычно они не грязные, а пыльные, но все равно пылиться, белая, например, одежда, не кайф. И мне хочется повесить повыше, а выше у меня такой штучки нет, за которую цеплять. В общем, я купила вот это для того, чтобы повесить это на дверь. И все, и сюда прекрасно вешать вот все, что мне нужно. Кстати, одна уже используется, у меня там висит рюкзак. И вот такая вещь железная, но мне кажется, она более даже интересная, потому что вот этот, например, когда вешаешь, он немножко так раз и торчит. Ему надо еще, видимо, присесть там к двери, а здесь уже железно, четко, то есть вы повесили и все. Вот. И я уже говорила, это когда с полочек снимала, это очень удобно, что когда вы в съемной квартире или когда вам не хочется делать лишние дырки какие-то там, портить дверь, да, или портить стены лишний раз, вы просто повесили это, да, и все. Крючок на самом деле классный, железный, полноценный, мне очень нравится. Ага, вот эти штучки снимаются. Они будут сниматься походу, да, их лучше приклеить тогда. В общем, я довольна покупками этими. Всего 55 рублей, вообще копейки. Еще очень интересная вещь появилась. Это вот такая пальма розовая. Что это? Я до сих пор не поняла. Это бутылка, но бутылка светящаяся, понимаете? Так, давайте все здесь разберем, да посмотрим. Здесь входят в комплект походу батарейки. Сейчас разберем. Классная, да? Так, чтобы не сломать бы только. Трубочка. Там какая-то бумажечка. Может быть, просто когда сюда воду наливаешь, и она начинает светиться. А, о, светится. Вы видите? Вы видите это? Вот она, светится. Короче, наливаем воду сюда. А если еще раз нажать? А, у нее режимы еще мигания. Видели? То быстро был, этот помедленнее. Выключили. О, просто вот сюда нажимаете. Быстро, помедленнее. А, вообще еще какой-то медленнее режим. Выключили. Красота. Так, ну и все. И вот такая вот пальма, значит. 99 рублей, кстати, стоит она. Не 199 рублей, как могли бы подумать. А реально 99. Так, здесь еще колпачок есть на трубочку. То есть можно закрыть. Допустим, если у вас что-то газированное, чтобы газики не выветривались. Пальма вот такая вот. Раз. Воды налили. И кайфуете. Вообще клево, коктейли такие. Давай, представляете, вы куда-нибудь поехали отдыхать, и вам такой коктейль какой-то красивый такой дают, и вы такие с пальмой. Мне нравится вообще, я не знаю. Но я буду прямой эфир когда вести, я сюда сделаю себе какой-то напиток и буду с вами прямой эфир вот так вести на канале. На этом. Класс. Вообще, ну прикольная тема. Так, еще также я купила свое итальянское печенье, потому что я вам не врала, но мне очень понравилось. Люблю M&M's с орехами, тоже взяла. Ну и еще взяла вот такие вот продукты косметические, которые буду тестить опять же на своем втором канале. Это какая-то сос-маска с салициловой гиалуроновой кислотой. Глубоко увлажняет, способствует заживлению. Надо нам ее обязательно протестить. Щипит, не щипит. Как она вообще в использовании. Какое лицо после нее. Что там находится. И как долго действует. Короче, все на свете. Вот такая маска-лисичка, которую я хочу тоже попробовать затестить. И еще мне понравилось вот такое что-то необыкновенное. Вообще тут походу оно... Раз, два, три, четыре. В четыре этапа. Такая какая-то маска, сыворотка, пилинг для лица, идеально цвет кожи. И тут я не поняла, по-моему, или их четыре штуки здесь. Я не поняла.
Это просто четыре разные или это что-то одно надо взять? Ё-моё! Упаковка рассчитана на 4 применения. В случае попадания на слизистую промыть водой. Ну все, это получается 1, 2, 3, 4 просто. Здесь эти сыворотки. Фруктового пилинга для домашнего применения. Ну, в любом случае, мы можем попробовать и на своем втором канале. Я попробую. Выглядит очень интересно. Все, мои хорошие, вот на этом я заканчиваю видео. Это были все мои покупочки. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, проходите на мой второй канал, ссылка под видео, и тоже там подписывайтесь. Будет на самом деле много интересного. Очень удобно сделан формат, то, что вы сразу видите продукт на обложке, который я там буду тестить. Видео не очень длинные, поэтому очень удобно. Взял, посмотрел продукт, который тебя интересует. И все это, конечно, вы увидите там на втором канале, то, что здесь я не распаковала и не показала, потому что это будет занимать время. Все, мои хорошие, жду от вас лайки, комментарии, и до новых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока!